льва, тигра держали. Орлы дома были. Ого. Да. А то я буду прям полностью все данные называть. Нет, Малавита. Малавита. Фильм такой есть еще. Клопы. Вот, у нас тоже домашние животные. Тигролев. А. Охотничьи орлы. Не, у нас, кстати, тоже, ну, у людей там в горах, кто живет, у них есть такие приколы, что они там приручают орлов. Львов, тигров не приручают пока что, потому что у нас их нет, но... Да. Вот кто-то кошек разводит, ну или не разводит, даже просто содержит. Кто-то клопов. Приятно, приходишь домой, а тебя кто-то да встречает, радуется твоему приходу. Даже если это клопы. Привет, Денис. Не, ну тараканы в голове, это конечно. Они с нами всегда. Привет. Здравствуйте. Спасибо. Дела у нас хорошо. Да, весело. А, мадагаскарские, здоровенные такие тараканы. Я поняла. Ой, спасибочки. Спасибо, Виктор, за цветочек. Спасибо вам. Блин, я только в общаге видела тараканов. Слава богу, у нас дома их нет. А, спасибо, Игорь. Спасибо. Спасибочки. Ну, в общаге это трэш, конечно. Их там прям тьма была. Ну, потому что люди разные. Благодарю Паулу. Ой, нельзя благодарить. Все. Я забываю постоянно. Люди разные живут в общежитии. И кто-то привык жить как в мусорке. Сам как таракан. Вот и приползали остальные их собратья. Мадагаскарские клопы? Не, только про тараканов вспомню. А так? А я не знаю, он сказал нельзя. Не знаю, что вам приказать. Не знаю. Китайцы всех съели. Ну вот, какой-то плюс. Может быть, конечно, и минус, что какой-нибудь через полгода будет какая-нибудь тараканья чума. Заглатывает на ходу. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Мелоди. Ой, опять я не могу нажать почему-то. Спасибо, Луис. Спасибо вам.
тоже странно. Совпадение? Не думаю. Да, мы тут русские. Да. Это ты про тараканы, про тараканов заговорил, и все. И началось. Налетели на тараканов и клопов и саранчу.